Всем привет, ребята, с вами Мишоук 2010, и сегодня мы играем в игру под названием Симулятор дальнобойщика 3D. Вновь будем перевозить грузы. Вот. Как я и говорил в прошлой серии, у нас вот есть 69, но я тут просто уже чуть-чуть потратил. Угу, чуть-чуть. Нормально я так потратил. О, кстати, недалеко ехать. Наверное. Так, радио переключу. Тебе зачем? Пусть поиграют, ладно. Вот. Погнали. Так, спокойно. Вот. Сегодня будем перевозить грузы. Да, и видео выходит часто, потому что сейчас я нахожу время, чтобы снимать. А вот скоро такого времени, к сожалению, не будет. Ибо все будет забито моими личными делами. Вот. Следующее видео у нас будет по Subway Simulator 3D. А симулятор дальнобойщика 3D сегодня я снимаю так, чтобы разбавить чуть-чуть. Ну вот, разработчики этой игры, вот, пожалуйста, вот если вы сейчас смотрите это видео, вот, пожалуйста, добавьте сюда поезда, пожалуйста. Потому что, ну, как-то не атмосферно смотреть на это. А то просто можно спокойно встать на пути, и тебе ничего не будет. Я вот когда раньше пытался вставать на переезды здесь, на сам переезд, когда он закроется, я думал, что меня кто-то этот... Режется. Вот, кстати, машина появляется просто из ниоткуда, о чем я уже в других видео говорил. Так, тихо, осторожно. Сейчас несколько грузов перевезем. Кстати, у меня все те же данные теперь, что и были на прошлом аккаунте. То есть я его дошел до того прогресса, до которого мы с вами тогда дошли. Пусть не играет музыка. Какой мне так осторожно заезжай давай. Груз прям при мне потерял. Так, тихо. Куда? Вот сейчас основная масса здесь поворачивает направо. О чем я говорил? Да куда несет? Вот. Короче. Вот. Осторожно. Обгоняем. Речка. Вот мы, собственно говоря, и приехали. Тормози. Ух. Так. Ну что, первый груз почти довезли.
Вот, погнали. Кстати, это видео, возможно, будет длинным. Так что готовьте там печеньки, чипсы, не знаю, чего там, конечно, любите. И да, я опять повторяю фразу, которую я говорил чуть меньше года назад в своей первой серии по Метро Прага. Вот мне 40 тысяч доплатили, ну и я еще себе 25% пробавки сделаю. Ё-ё! Так. Перевозим дальше. Равно много грузов сегодня перевезем. Штуки 3-4 воду перевезу. О, здесь дорога есть. Я помню, я когда по ней ездил, она там куда-то в никуда идет. Вот давайте по карте даже посмотрим. Сейчас где я нахожусь. Сейчас надо сначала себя найти. Вот. Эта дорога, вот она, видите, она в никуда идет. Вот эта дорога, она, короче, идет никуда. Я по ней ездил. Там она за карту идет. Так. Ну, кстати, опять недалеко. Так, сразу разворачиваемся. Так, разгоняемся. О, кстати, мог бы забрать вот этот спецгруз и получить за него кучу денег. Потому что эти спецгрузы, они много весят. Кстати, у меня новый уровень сейчас. У меня 1 330 000, блин. На дальнобойный фронт. Так, 80. Кажется, в час. Главное сейчас с трассы не слететь. Кювет. Фух. Надо быть аккуратным. И не вилять. Ну, желательно не обгонять, конечно, но... Ну, как-то так. Так, обгон запрещен, но мне вообще пофиг. Не буду плохие слова употреблять. Тихо. Сейчас я могу... Да, он где-то 40 едет. Блин, бандиты еще здесь стоят, бандюги. Пошли нафиг, я сказал. Так, давайте вперед отъезжаем. Так, да ты издеваешься, вот. Так, осторожно. Ну и что разозлил? Так, вот тут авария. Все, бабки заберем. Его забрали. Так, тут машина. Так, давайте разгоняемся. Ё-моё! А? Отличное сокровище, вода. Мне пофиг на это столкновение, в принципе. Потому что... Я вообще от бандюгов еду. А они здесь, блин. А, он бандюган. А, ну все, он уже пропал. Не понимаю, зачем они здесь на каждом шагу. Можно их хотя бы пореже. А не так часто. Так, тихо, осторожно. А то они на каждом шагу, эти бандюги. Интересно, куда нам надо, в принципе? А, все, я понял, куда. О, все, я понял, куда. Там бандюги потом. Вот, погнали дальше.
Тут недалеко осталось ехать, я помню тут дорогу. Так, ну я проеду по правилам. По кольцевой дороге. Вот, мне музыка здесь тоже нравится. Я вот когда играл здесь самую первую версию, это была такая ностальгия. Прям здесь, кстати, еще растительности было. Было бы тоже прикольно так стало. Вот, без этого рока было. А вот был вот этот рок, который вот изначально на фоне этого мира, так, камера скоростного режима. И сколько же здесь у нас, кстати? 60. Так, я обгорел, потому что я могу не заехать. В кювет главное не лететь. Да мне пофиг вообще. Тихо. Куда подлетаешь, блин? Вот. Вот, поехали. Тут офигел вставать-то так, блин. Пипец. Ладно. У меня дофига денег. Еще бандиты. Че вам надо? Блин. Козлы, я из-за вас улетел. Уехали, блин. Лошара. Ладно. Погнали. Разгоняйся, КамАЗ. Ну ты ж, блин, под сотку ехать можешь. А здесь даже 50 еле едешь. Конечно, понимаешь, тяжело, но... Извиняюсь, ну... Но КамАЗ, ты не такой на самом деле. Ты вообще под сотку ехать можешь. Я же знаю эти камазовские движки, я даже знаю их звук. Их сейчас вот камазовские движки в наши новые автобусы ставят, в Волгабусы особенно. Особенно вот эти в Волгабусы ставят. Постоянно слышу от них камазовский движок. Прикольно. Хоть они и слишком шумные. Но в них звук при торможении прикольный. Особенно те, которые на компрессорном работают. Ну, те, кто живут в Питере, те меня, конечно же, поймут. Те, не знаю, может, и в московский тоже ставят. Так. Арматура. 280к. Так. Ну, ее, кстати, недалеко вести, но сразу же посмотрю, как. Недалеко. Я вам так скажу, это не очень далеко. Вот. Наверное, еще несколько грузов перевезем и поедем в спецгруз, кстати. Следующий, наверное, спецгруз будет. Я на другую подстанцию поеду и довезу спецгруз. За него очень много дают. Ну, не то, что, конечно, там дофига, но нормально тогда будет. Там, по-моему, за несколько километров тебе там 1300 дадут или 200. Помню, мне когда-то за спецгруз дали 150 тысяч. Пошли нафиг. Так, ну они пока меня только преследуют. Они пока не гонятся за мной. Сейчас, если они в меня врежутся, то они разозлятся.
Надеюсь, что этого не произойдет. Блин, надо поспать где-то. Там по пути будет. По пути будет, я знаю где. Не так далеко, кстати, осталось. Куда? Какая здесь неровная дорога, куда ты едешь? Вот разработчики, какого черта вот этих большегрузов вот так вот уносят в кювет? Причем, когда я очень сильно поворачиваю. Вот почему их всегда уносят в кювет? Меня опять в кювет унесло. Поеду по траве. Что делать-то? Ну что? Если он просто по дороге ехать не хочет. Он просто едет в кювет. Можно хотя бы такой сильный поворот не делать. Куда? Да куда ты едешь? Извиняюсь. Вот куда он едет просто? Не видишь, тут КамАЗ разворачивается, блин. Из-за того, что в кювет уехал. Ладно. Надеюсь, у вас там уши не заложило еще от моего ора. Так, камера скоростного режима близко. Тут, кстати, еще бибика есть, она вот очень прикольная. Так, ну я поеду вот туда. Мне нужно к мотелю. Он вот там. Тем более у меня еще 3 минуты есть. А, ну тем более мне и прямо нужно. Раз по пути, ну давай, гони. Пусти КамАЗ, блин. Спасибо. Сейчас. Ого, вот, кстати, очень быстро. Вот опять его занесло, но не так, кстати, сильно. Но просто меня бесит, когда он просто его уносит в кювет. Тормози давай. Так, сейчас. Поспим чуть-чуть, вот, остановились. Во сне поехали, все. Ну, кстати, в машине спать не самое идеальное, потому что на самом деле в реальной жизни можно и нажать на педаль газа, как я вам сейчас показал. Кстати, нам тут вроде через речку не надо, так. Так, аккуратно. Так, сейчас. Так, я понял, как. Все. Смотрите и учитесь. Так, конец всем ограничениям, кстати, знак. Я что, кстати, знаки? Есть, ну тормози. Так. Хотя я сам не тормозил, но мне как-то пофиг вообще, в принципе. Так, нам же сюда надо, да? Да, нам надо сюда, вот. Вот так поедем от этого вида, хотя можно и такой вид использовать. О! О, внутри КамАЗа, конечно, раньше было лучше. Можно и пониже сделать, так. Давай. Так, ну здесь придется вот так сделать. Иначе мы попросту не заедем. Зато звуки какие прикольные. Только у меня битый КамАЗ, к сожалению. Ну блин! Буквально пару минут. Ну ладно.
Думаю, нет смысла следующий груз перевозить. Так что выходим в меню. Так, это баг тут такой есть. Ну что ж, а всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем удачи, всего доброго. Всем пока.